Друзья, всем привет! Вы на канале Марина Жукова. Я очень рада вас приветствовать. И сегодня в своем видео на грязных образцах хочу потестировать средство, которое называется санитарная формула «Белоснежная чистота». Недавно была в магазине Fix Price и увидела вот эту вот новинку. Может быть, это не новинка, я не сильно слежу за поступлением этого магазина, но раньше я его в продаже не встречала. На своем канале точно не тестировала. Хочу это сделать сегодня вместе с вами. Надеюсь, что мой эксперимент будет удачным. Средство 3 в 1, и мне понравилось то, что это белоснежная чистота, то есть это средство выбеливает сантехнику, и я так поняла, что устраняет неприятный запах в трубах. Сегодня этим средством я почищу раковину и ванную. Если будет хороший результат, то в ближайшее время попробую этим средством что-нибудь отбелить из одежды. Найти меня и пообщаться вы можете на моей страничке в Facebook, группе Одноклассники, ВКонтакте и также на странице Яндекс.Дзен. Поэтому, друзья, обязательно подписывайтесь. В инструкции сказано, что средство нужно дать поконтактировать всего 5 минут, поэтому распределю его по мойке и дам ему повзаимодействовать с грязной поверхностью. Средство прозрачное, такой средней консистенции, но не жидкое. И сейчас распределю средство по грязной ванне, также дам поконтактировать 5 минут. Все, пусть средство тоже повзаимодействует с грязной ванной. Через 5 минут чищу мойку. Сначала попробую просто губкой потереть все эти отложения, посмотрим, насколько они размягчились. Смотрите, в принципе, все хорошо счищается. Вот, смотрите, неплохо. Вот, смотрите, мне очень нравится, все хорошо, легко счищается, и средство не имеет интенсивный запах. За 5 минут вот такой вот белоснежный результат. И также через 5 минут чищу ванну. Смотрите, весь налет легко счищается. Сейчас ванну почищу и покажу вам уже окончательный результат. Друзья, посмотрите, какой белоснежный результат. Очень чистая ванна получилась в итоге. Вся желтизна смыта, известковый налет, мыльный налет, все хорошо очистилось. Средство контактировало у меня 5 минут, дольше в принципе и не нужно, но если уж совсем какие-то застарелые загрязнения или серьезные известковые отложения, то средство нужно дать поконтактировать по времени дольше. Но у меня была ванна средней степени загрязнения, и все очистилось за 5 минут абсолютно легко. Средство имеет запах хлорки, но он не очень интенсивный. Но запах есть, имейте это в виду, работать, конечно, нужно в перчатках. И что мне еще очень понравилось, это средство после себя оставляет приятный запах чистоты. То есть я думаю, что трубы, в принципе, это средство будет чистить. Не думаю, что будет устранять засоры, но неприятный запах канализации, я думаю, что будет устранен. Расходуется это средство среднее, то есть не скажу, что оно прям супер экономичное. Наносила я его достаточно много. Ну и загрязнения у меня были не самые легкие. Что еще? Еще мне хочется потестировать это средство для удаления пятен с одежды, то есть для выбеливания. Я думаю, что в ближайшее время либо занавесочки, либо, может быть, носочки, либо какие-то другие вещи обязательно замочу с этим средством. Посмотрим, как оно работает в стирке. Ну, в общем-то, на этом, друзья, сегодня все. Вот это средство мной протестировано. Если увидите в продаже, берите. Полностью оправдывает свою цену. Надеюсь, что видео оказалось для вас полезным. Если у вас есть еще какие-нибудь запросы на чистящие и моющие средства, пишите, я все с удовольствием тестирую на своем канале. Всем спасибо за просмотр. С вами была Марина Жукова. Скоро увидимся. Всем пока!